козел, а посол Российской Федерации. Козел чрезвычайным и полномочным послом быть не может. Я оскорблений не потерплю. Нет! Я прошу, папа, прощения, но я ничего такого не говорил. Ну, если надо, я могу принести официальные извинения от лица моей страны. А вы уже здесь? Да нет, это я с женой не договорил. Господа, прошу садиться.